Привет, друзья! Украинская армия опубликовала кадры учений по форсированию реки на германских машинах-амфибиях М3 Amphibious Rig. Об этой машине мы рассказывали еще год назад, но, как оказалось, они еще не переданы Украине. Поставку машин в количестве 30 штук должны осуществить Нидерланды. Если вам интересны технические подробности М3 Amphibious Rig, ссылка на видео с подробным описанием машин в комментариях к ролику. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.